В июне выпускники городских и районных школ прошли одно из самых важных испытаний в своей жизни – сдачи единого государственного экзамена. В этом году итоговую аттестацию прошли 150 выпускников города Рассказово и Рассказовского района. Установленный в этом году минимальный балл по русскому языку смогли преодолеть все выпускники. Средний балл по городу составил 74,1. Одна выпускница прошла итоговую аттестацию с максимальным порогом в 100 баллов, и 20 человек набрали от 90 до 98. Так же, как и в прошлом году, выпускники имели возможность сдать такой обязательный предмет, как математика, на базовом уровне, профильном уровне или на двух уровнях одновременно. В математике на базовом уровне участвовали 136 выпускников. Максимальный балл – это 5 баллов по данному предмету, набрали 55 выпускников. В экзамене на профильном уровне по математике участвовали 98 выпускников. Из них 82 человека по предварительным результатам преодолели минимальный балл, установленный на уровне 27 баллов. Но все эти выпускники сдавали математику на базовом уровне, поэтому предмет математика считается освоенным, и они получают аттестат о среднем общем образовании. Как и в прошлом году, среди учеников самым популярным экзаменом остается предмет обществознания. Его выбрали 73 выпускника. 49 человек сдавали экзамен по биологии, с историей справились 28 человек. По предварительным результатам с основными экзаменами городские выпускники справились лучше, чем в прошлом году. Выпускники Рассказовского района с основными экзаменами базовый уровень математики и по русскому языку справились и показали результат выше прошлого года. Экзамен по русскому языку сдавали 44 выпускника. Хочется отметить, что в этом году у нас по русскому языку очень хороший результат. У нас одна девочка набрала максимальное количество баллов, 100%. И вообще, вот выпуск этого года показал, что наши дети по русскому языку стали гораздо выше. И у нас балл, средний балл стал выше по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году был 66,1, то в этом году 68. Предварительные результаты экзаменов по предметам на выбор тоже показали высокий результат. Например, по географии в прошлом году средний балл был 58, а в этом году 66. Выпускники 2016 года с единым государственным экзаменом справились успешно. Екатерина Студенова, Алексей Горелкин, новости ТВ Рассказово.